Чуть не забыла. Даник, сегодня в детский сад придут делать прививочку. Сейчас напишу согласие, так что не волнуйся. Мамочка, да сколько можно? Меня уже всего истыкали этими прививками. Это еще от чего? Ой, Даник, не преувеличивай, не так уж их и много. А это пуговка. Помнишь, которую потом линеечкой меряют? А, пуговка, помню. Ее делают каждый год. Это очень необходимо, чтобы проверить твое здоровье. У меня без пуговки здоровье, ого-го. Вон, смотри, какие у меня мышцы. Вижу, вижу, мой маленький силач. Мам, мам, чуть не забыла. Подпиши, пожалуйста, согласие. Сегодня придут эту пробу манту или как ее делать. Пуговку, короче. Ой, Катя, в школу тоже, что ли? А я вот Данику сижу, подписываю согласие. Давай, как раз и тебе подпишу. Ну, хоть не над одним мной издеваться будут. А Дианки с Максом будут делать эту пуговку? Или они особенные какие-то? Ой, Даник, слушай, точно. Если же в школу придут, значит и им должны делать. Сейчас-ка я уточню. Так, согласен на прививку? Да? Нет. Ха-ха, ну вот, всего-то навсего нужно крестик в нужном месте поставить. И прививки как не бывало. Ха-ха, так, это мы с собой возьмем. Нет, все верно, не нужна мне ваша прививочка. А то я жуть как этих прививок боюсь. В оморок свалюсь, весь класс будет надо мной смеяться потом. До самого 11 класса. Вот и все, а теперь главное незаметно из дома смотаться. Стоять! Дианочка, а ты мне не забыла бумажечку подать? Посмотри-ка у себя в рюкзачке. Вчера должны были в школе раздавать согласие на прививку. Нет, мам, мне ничего не давали. Дианочка, дай дневник, я посмотрю. Может, там лежит. А то Кате дали и Данику. Значит, и вам с Максом должны были дать. Ну ладно, мам, на, посмотри. Ой, ну вот же она у тебя в кармашке лежала. Ой, подожди, а что это там уже заполнено? Так, и что это такое, Дианочка? Ты сама себе отказ, что ли, подписала? Ну да, мамочка, ты же знаешь, я не люблю эти прививки все, мне ее не надо. А давай-ка, пока ты еще несовершеннолетняя, мама будет решать, что тебе надо и что не надо. Вот как мне теперь это исправлять, а? Меня ручка пиши, стирайка, сейчас дам, стерешь крестик ты и все, поставишь галочку. Ну, мамочка, ну можно мне без прививки, пожалуйста? Макс, он в том году также крестик себе поставил, ему не делали прививку. Макс, Макс, а ну иди сюда, только попробуй убежать в школу. Так, Дианочка, а ты иди, все тебе подписала. Я тогда школу прогуляю. Что, Дианочка? Мне не послышалось? Мне что, тебя в школу проводить? Ничего страшного с тобой не случится. Прививка как прививка. Нет, мам, тебе послышалось. Я говорю, после школы погуляю. А, хорошо. Только эту, пробу манту не мочи. Нельзя, говорят, ее мочить. Ладно, ладно. Все равно я попытаюсь сделать все, чтобы мне ее не поставили. Стоять! Чего, мам? Я в школу, чтобы не опоздать. Согласие на прививку давай сюда. Нужно подписать. Да, мам, мне не давали ничего. Да-да, где-то я это уже слышала. А если поискать? Да ладно, ладно, на, держи. Только там стереть сначала надо. Вот молодцы какие с Дианкой. Не зря в школу ходите. Крестики научились рисовать. Правда, там, где не надо. Макс, Макс, такой большой, а все, прививок боишься. Да не боюсь я, просто не хочу, чтобы делали. Все, готово. Иди, ученик, грызи гранит науки, только зубы не сломай. Хорошо, мам, пока. Катя, я боюсь прививки. Давай тебе сделают две, одну за меня. Ну, если так, тогда еще и за меня. Ну, конечно, у Кати же три руки, Катю не жалко. Дианка, не бойся, ничего в этом страшного нет. Челси, а тебе в какую руку будут делать прививку? Прям в татуированную, что ли? Ха-ха-ха, а вот и нет. Я дам правую руку. Это временная татуировка. Даже если в нее сделают, то ничего страшного. Это просто наклейка. Круто тебе. А мне родители не разрешают даже наклейки просто приклеить. Ну, не знаю. Мне татуировки не нравятся. Ничего красивого в этом нет. Так, дети, тише, тише, не толпимся. Сейчас придет медик, и все по очереди пойдете в кабинет на прививку. Потише, давайте, потише. У меня уже от вас голова болит. А чего мы ее так долго ждем? Может, она вообще не придет? Может, она это, заболела? Или под машину попала. Вы бы позвонили, уточнили? Может, мы зря все тут и галдим, а у вас голова потом болит? Макс, не надейся. Медик сегодня будет, успокойтесь. Здравствуйте, ребята. Возьмите, пожалуйста, все свои согласия. Ну, или не согласия у кого есть. Я посмотрю, и у кого стоит нет, отпущу. А так по очереди ко мне в кабинет. Быстрее сделать, быстрее освободиться. А вот он самый смелый. Молодец. Так, давай ручку. Аккуратно, не дергайся. Ой! Ой, да не так и больно. Вообще-то больно. Так, все. Не мочить. Понял. Доктор, я лучше отвернусь. Я не могу смотреть на кровь. В оморок падаю. Не волнуйся, ты так крови не будет.
Я же аккуратненько. Вот и все, свободно. Челси, это что, у тебя татуировка? Да, не волнуйтесь, это наклейка. Ясно, давай тогда в эту ручку сделаю. А то я думаю, если уж татуировка, тогда прививок ты точно не боишься. Да нет, родители мне еще не разрешают настоящее сделать. Ну все, остались только мы с вами. Давайте я первая, потом Макс, потом Диана. Так, ну вот и все, зови следующего. Ну вот, и моя очередь пришла. Доктор, а это не больно? Да не больно, точно не больно? Да точно не больно. А совсем не больно? Да совсем не больно. Все, успокойся, закрой глазки, если боишься. Ой, ой, не так и больно, все. Откуда вы знаете? Вы же не себе прививку делаете, а мне. Очень даже больно. Ой, рука сейчас отнимется, я писать не могу. Дайте мне справку, чтоб я сегодня не писал ничего в школе. Просто скажи учителю, что болит рука. Ой, так вы ж мне в правую сделали, а я левша. Сделайте, пожалуйста, в левую еще тогда. Так, ну здравствуйте. Иди давай уже, зови следующего. Диана! Диана, иди, твоя очередь, всем уже сделали. Извините, пожалуйста, но следующая должна быть моя сестра, но она куда-то сбежала. Как это сбежала? Там же учитель смотрит. Извините, пожалуйста, вы не видели, тут девочка стояла. Я ей еще прививку не сделала, говорят, она сбежала. Девочка, может, я отвлекся и не заметил? Так куда же она сбежала? Нужно ее найти. Пока она в школе, мы отвечаем за нее перед ее родителями. Может, она просто в туалет отошла? Сейчас найдем, не волнуйтесь. Ну, Дианка, ну хитрюга. Так, ну в туалете никого нет. Я посмотрела в коридорах и в столовой. Мне кажется, она ушла за территорию школы. Волнуйтесь, разыщем, сейчас найдем. Ах, вот ты где. У школьного бассейна. А ну, пойдем в кабинет. Я должна сделать тебе прививку. Нашли все-таки. Нет, не надо мне прививку, я боюсь. Не волнуйся ты, ну всей школе уже сделали. У всех все в порядке. Ну, давай прямо здесь сейчас сделаю, да и все. Нет, нет, не надо. Не надо прививку. Ну ты куда, в одежде, в бассейн-то? Ну ты что? А ну, вылезай. Не вылезу. Как тебя достать-то? Я же в одежде туда не полезу. А я, смотри, полезу. Так что думай, давай считаю до трех, и я иду за тобой в бассейн. Сейчас только обувь сниму, и к тебе. Все, один ботинок уже снял. Не надо, я выхожу. Нигде от вас не спрячешься, делайте свою прививку. Ну вот и хорошо, а то выдумала. И ножки все замочила, и платье, и ботиночки. Пойдем ко мне в кабинет, я тебя там высушу, а потом уже прививку сделаю. Да дам витаминку, чтоб ты не заболела. О, Дианка нашлась! Ну что, сделали прививку? Или обхитрить удалось? Сделали. Только в бассейн в одежде залезть пришлось. И там достали демоны. Хе-хе, да это все проходили мы. Я тоже раньше везде прятался от этих прививок. Потом понял, что им все равно найдут. И не говори. Ну зато мы все с прививками теперь. Посмотрят, здоровы ли мы. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. А вы боитесь прививок? А?